Ну а на Французском бульваре открылся двор культуры. Там можно почитать книгу, посмотреть спектакль, послушать концерт. И все это под открытым небом. Дворик будет открыт на протяжении всего лета. Это 12 недель, и каждая из них имеет свою тематику. Вот на неделе скандинавской культуры шоу-лекция актрисы Александры Лосевой о скандинавской мифологии. Там 100 неизвестных фактов. Оказывается, там сильно больше, чем просто Тор. Очень интересные мифы. Там поговорим о старой Одессе, открытый мастер-класс по капоэйра там, в неделю бразильской культуры и так далее и тому подобное. Предусмотрели организаторы, что делать в случае плохой погоды. Так, в случае дождя все гости смогут перейти в специальный крытый зал и продолжить смотреть спектакль или концерт.